Хватит прохлаждаться, настало время спорта. Отныне мы будем встречаться с известными спортсменами нашего города и республики, говорить о спорте и, конечно же, заниматься спортом будем в первую очередь. И первые наши гости – это президент Федерации цигун и тайцзи Цуань Чувашской Республики Оксана Сухая. Вот она уже здесь, на площадке, занимается, а мы идем узнавать, что же такое цигун тайцзи Цуань. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Пойдемте пройдемся и немного поговорим, а потом уже и позанимаемся, да? Давайте. Пойдем. Оксана, мы в нашей программе говорим о спорте и занимаемся спортом, безусловно, да, но в первую очередь говорим о спорте, чтобы люди знали о нем как можно больше информации, владели этой информацией и могли применять. Давайте начнем с самого начала. Как спорт пришел в вашу жизнь? Спорт был со мной, наверное, с рождения. Я всегда занималась спортом, фитнесом, танцами, закончила хореографическое отделение. Вы из спортивной семьи, Оксана? Да. Папа у меня мастер спорта по акробатике. Мама нет, мама к спорту отношения не имеет. Вот. Я начала свою жизнь, наверное, с 5 лет в спорте, так, занимаясь хореографией. То есть первый вид спорта – это хореография. Хореография – это вид спорта, да? Сколько энергии тратишь? Танцы, да. Uh-huh. То есть это все-таки спорт и другие виды эстрадного направления. Так, после, вслед за танцами, что пришло в вашу жизнь спортивного? Дальше я познакомилась с фитнес-программами, такими как пилатес, йога, силовые тренировки. Ну, достаточно большой спектр тех направлений, которыми я занималась. И долго могу их перечислять. И занималась ими профессионально, изучала их досконально. На данный момент я немножечко ушла от этого вида, от этих видов спорта, ушла в китайские направления, восточные практики. Вот давайте поговорим об этом. Почему Китай? Ну, потому что каждый для себя, мне кажется, может ответить на этот вопрос, ну, тот, кто занимается видами спорта, связанными с Китаем, вообще культурой китайской. Вот почему именно вы пришли к тому, что нужно заниматься вот такими практиками из Китая? Почему страна такая? Но опять же, знаете, я говорю, занималась разными практиками и сравнила себя, попробовала все-таки направить свое внимание к необычным практикам, таким как цигун и тайцзи Цуань. Цигун? Цигун. Ну, давайте на этом остановимся, да, потому что мы сегодня, я так понимаю, именно этим и будем заниматься. Цигун имеет отношение к цыганам? Нет, не имеет. Это китайская практика. Это расшифровывается наверняка как-то, да, цигун? Имеет очень много расшифровок, но самое простое – это движение энергии. Движение энергии. Она есть внутри нас, она есть вовне нас, она есть везде. То есть мы берем энергию и наполняем себя ею, оздоравливаемся, восстанавливаем силы, психоэмоционально так себя восстанавливаем в основном. Цигун – практика медицинская. То, что я даю медицинскую практику. Я училась у мастеров, врачей, высококвалифицированных, у мастеров Китая училась. Они все врачи высшего класса. Они много изучали цигун, который дал им возможность восстановить всю нацию, их здоровье. Так. И я почувствовала на себе эту практику и поняла, что это для меня самый лучший вариант, который действительно мне подходит и который действительно поможет многим людям. Вы были сами в Китае? Да, была. И можно ли, не побывав ни разу в Китае, проникнуться вот этой культурой и спортивной культурой, в том числе и цигуном, о котором мы говорим, да? Да, конечно. Как к этому прийти? Вот я впервые просто сталкиваюсь с такой спортивной культурой, как цигун, и впервые мы сегодня позанимаемся. Ну, как вот человек, несмотря на нашу программу, теперь-то вы знаете, что такое цигун, наверняка захотите попробовать на себе, что называется. Как человеку дойти? Откуда узнать, что есть цигун, что им можно заниматься, и это круто? Ну, самый простой вариант – это открыть интернет и почитать более подробно об этой практике, узнать ее результаты. Второй лучший вариант – прийти на практику цигун к мастеру и обучиться основам цигун и узнать их работу на работу.
специфику на восстановление всех систем организма. Mm-hmm. Цигун, он, я повторю, он все-таки медицинский, он больше восстановительный во время болезней, после болезней, как профилактика используется активно. То есть придите к мастеру и почувствуйте на себе. Может быть, первоначально сразу будет непонятно. Многие приходят и не понимают, что это за плавные движения, да, для чего они нужны. Начинают ломать голову. То есть у них отрицание идет. У многих отрицание, потому что одного раза, конечно, недостаточно. Поэтому хотя бы неделя-две надо позаниматься. Через две недели вы почувствуете кардинальные изменения в своем здоровье. Но давайте конкретно. Да, вот смотрите, если мы хотим прокачать мышцы свои, мы идем в тренажерный зал, да, и тягаем железки. Если мы хотим восстановить сердце и как-то в кардио, да, удариться, то мы, наверное, бегаем или плаваем больше. Для чего цигун? Цигун включает сразу все. То есть все болезни у нас откуда возникают? От стрессов, от депрессии, да? Ну да, все болячки, да, в основном отсюда. То есть здесь цигун восстанавливает сначала нервную систему. Он дает успокоиться, расслабиться, да, гармонизировать, так скажу, инь-янь внутри организма. Mm-hmm. А дальше. Вы говорите о тренажерном зале. Вы обратите внимание, если видите телевизор, смотрите. Китайцы все стройные, худенькие. То есть, хотя они едят достаточно много. Mm-hmm. И по их философии перекачивание организма пагубно влияет на работу многих органов. Да. То есть должно быть во всем умеренность. Умеренность на укрепление мышц, умеренность в беге, умеренность в плавании, умеренность в любых физических нагрузках и психоэмоционально. То есть главное — умеренность и плавность, и спокойствие. То есть это даст возможность жить долго и счастливо. Удивительно, конечно, вы говорите. Вы знаете, у нас такой сейчас бешеный ритм. Мы все стараемся успеть абсолютно все, ухватиться и в работе, да. И вот чтобы все это успеть, нужно заняться и цигуном, да, в том числе. Что, чем вы спокойнее, тем вы больше успеваете. Если вы суетитесь, вы успеете, ну, минимум самый. Цигун научит вас спокойно разложить все по полочкам и сделать всю работу на 100%. А вы знаете, вот еще согласно вашим ответам, я понял, что цигун, я не знаю, может быть, я заблуждаюсь, и вы сейчас различаете мои догадки. Цигун — это практически то же самое, что йога. Нет. Но это же тоже плавные движения, различные асаны, позы, спокойствие. В чем отличие цигуна от йоги? Привычные, знакомые. Цигун построен на движении энергии ци. Энергия ци течет по каналам, по меридианам. То есть медицина, традиционная китайская медицина, которая много тысяч лет, которая, опять же повторю, себя зарекомендовала за многие годы, и весь мир уже у них учится. То есть все упражнения основаны на движении одного или другого канала. Например, я сегодня вам покажу упражнение на укрепление мочеполовой системы, на укрепление почек, да, например, да. Mm-hmm. То есть это движение определенного канала, и упражнения будут направлены именно туда. Точно так же с печенью, сердцем или общие, там есть упражнения, которые включают всю систему организма. То есть упражнения есть схожие и с йогой, но, опять же, это направлена визуализация внутри себя и работа с внутренними каналами энергии ци. То есть работа другая. Мне уже не терпится от разговоров перейти к делу, потому что можно действительно, я понимаю, что цигун и вообще все, что связано с Китаем, это прям философия. Можно говорить, да, долго, размеренно, долго. Но хочется уже попробовать, потому что, ну, мы все знаем стандартные привычные виды спорта: велосипед, ролики, просто бег, да, плавание, повторюсь. Ну вот что такое цигун, давайте покажите нам, пожалуйста. С удовольствием. А я попробую. У меня получится, вот, ну просто вот, давайте посмотрим. Получится у всех. У всех. Они не сложные, я повторяю, они не сложные, но эффективные. Как говорят китайцы, делайте маленькие движения и вылечите большие болезни. Отлично. Но вы прямо сейчас находитесь перед своими телеэкранами и повторяйте вместе с нами, да? Можно же через экран передать нашу энергию телезрителям, чтобы они тоже повторяли эти движения, которые мы сейчас... Они будут несложные. Давайте начнем. Михаил, первое упражнение называется «От 100 болезней». То есть мы начнем с самого простого, но достаточно эффективного упражнения. Это как вы говорили, да? Маленькое движение от... лечит большие болезни. Да, лечит большие болезни, да. А самое главное в цигун — это построение корпуса. Это очень важно, и это 100% успех. Стопы стоят параллельно друг другу, то есть пальцы даже чуть-чуть немножечко вовнутрь, пальцы ног. Мягкие колени, расслабленные колени, свободные, не напряженные, что дает возможность пояснице расслабиться. Таз направляем немного вперед.
вперед, подкручиваем, как будто спрятали хвостик. Ага. Как будто сели даже вот на высокий стул, например, барный. Да, ощущение барного стула. Могу хвостик спрятать. Да, теперь. Спрятали. Потянули низ живота. Так, ой, это я всегда делаю, подтягиваю живот, да? Да, отлично. Ага. Дышим при этом мы животом. Дыхание называется дыхание дантянь. Расслабили плечи, подбородок подтягиваем, такой мужской подбородок, как будто вот двойной подбородок. Толкаем затылок назад, чуть-чуть подбородок пониже. Так. Еще ниже? Так. Вот так вот, да. И толкаем, как будто вот мою ладошку назад. Наверное, вообще некрасиво сейчас, да, в этот момент. Ну, как говорят китайцы, шея Путина. Вот, шея Путина, сильного человека. Понятно. Макушечкой подвешиваемся к небу. И вот расслабляемся в этой позе, успокаиваемся, чуть-чуть подальше встал, чтобы было видно. Я не знаю, мне кажется, мне, по крайней мере, тяжело расслабиться в этой позе, потому что хвостик спрятан, подбородок вниз. Толкнуть немного назад, то есть вы должны толкнуть поясницу, округлить ее. Покрутите поясницу назад. О, боже. Толкните назад, а таз вперед. А, вот так вот. Должна быть круг, живот вниз. Назад. Слушайте, цигун это не просто, я вам скажу. Нет, самое сложное это выстроить. Бегать попроще. Самое сложное выстроить тело. Это на ноги согнуты, да, есть? Да, обязательно. Ага, так. Плоская поясница, расслабленная мягкая поясница. И мы поднимаемся на полупальца, делаем вдох и представляем, что от копчика поднимаем энергию к макушке. Вдох. Наполняемся энергией. И с выдохом падаем на пятки и с мягкими коленями. И от макушки отправляем энергию копчику вниз. И сбрасываем. То есть избавляемся от ста болезней. Еще раз вдох, наполняемся. И с выдохом падаем. Расслабляемся, успокаиваемся. Таких повторов около 10 делаем с утра. Избавляем свое тело от всех болячек. Ну, примерно 10 надо сделать. Если есть много болячек, делайте подольше. Падайте обязательно на мягкие колени, сотрясая все тело. И расслабляйтесь в конечной точке полностью. Не забывайте про правильное положение корпуса. Вдох. И выдох. Расслабляемся. Давайте делаем еще один раз. Давайте. Хорошо. И руки кладем в конечной точке на низ живота. Кубка 4 пальца. У мужчин левая ладонь снизу. Женщин правая ладонь снизу. Да. От пупка 4 пальца в центр вашего тела. Центр дантянь, там, где живет истинная энергия. И мы дышим энергией ци. Вдох наполняем дантянь. То есть живот вздувается. И выдох, живот втягиваем. Прям максимально, насколько возможно. Если вы не в положении, то мы не про вас вообще, кто смотрит, да, то не втягивайте до конца, а просто возвращайте. Если вы не в положении, втягивайте максимально в себя. Хорошо, это первое упражнение, которое хорошо бы сделать, ну, первоначально, да? Следующее упражнение. Все, от 100 болезней избавились. От 100 болезней избавились. Но сколько нужно вот так повторять, и сколько дней нужно повторять это? Каждое утро. На протяжении утро. Всей жизни, и ни одна из 100 болезней тебе не это как профилактика лечения. Mm-hmm. Вообще желательно заниматься именно с 5 утра начинаю, примерно час-два занимаемся. Дальше, следующее упражнение – укрепление мочеполовой системы, почек, лечение мужских и женских заболеваний гинекологических. Ладони кладем на нижний дантянь, о котором я говорила. Левая ладонь у мужчин, левая внизу. Да, левая внизу. Осознаем этот центр, дышим этим центром. На вдохе уводим руки назад, оглаживая свой пояс, так вот обнимаем, согреваем почки, ладонями почки находим. Не видно, да, меня? Ага, вот вижу, вот. Да, вижу. Согрели почки, сделали вдох. На втором вдохе, еще вдох, мягко уходим назад, колени сгибаем. Смотрим наверх, опускаемся настолько, насколько комфортно, слегка надавливая или на насколько почки. Насколько можем, да? Да, насколько можем. Таз больше вперед. А, вот так вот, да? Да, отлично. Ага. Теперь мягко опускаемся корпусом вперед, наклонились. Ага. Выдохом руки скользят по задней поверхности ног, по каналу мочеполовой системы. То есть опускаемся насколько можем. Стараемся, чтобы спина была прямой, колени тоже были вытянуты. Уходим по внутренней поверхности ног. Если не можем коснуться, то есть у нас спина округляется, да, не хватает растяжки, мы энергию ци направляем по этим каналам, просто визуализируем, да? Но спина прямо. Да, обязательно спина прямая, прямые ноги, стопы параллельно. Uh-huh. И скользим по внутренней поверхности, канал мочевого пузыря и печени здесь у нас проходит. Uh-huh. И мы тоже пропускаем через эти каналы энергию ци и возвращаемся к дантянь.
Это упражнение называется «Омывание тела». Оно хорошо выводит камни из организма. Даже после 10 повторений сегодня, кто-то попробует сегодня сделать, почувствует разницу, почувствует, что выходит что-то лишнее ваше. Выходит за стол. Попробуем еще раз? Да, давайте попробуем. Ага, поехали. Вдох, руки назад, на поясницу. Почки согрели, осознали почки. Второй вдох. Прогнулись, насколько вам удобно и комфортно. Не перегибаем, если некомфортно. Выдох, опускаемся в наклоне. Прямые ноги, прямая спина. Скользим по каналу, мочь головой, система, задняя поверхность ног. Оглаживаем, да? И поднимаемся на вдохе по внутренней стороне канала мочевого пузыря. И собираем все ци вот в области дантянь. То есть здесь мы все собираем. Еще один раз. Вдох. Давайте. Ага. Вдох. Почки чуть выше. Ага. Ага. Выдох. Опускаемся по задней поверхности. Да. И вдох по внутренней поднимаемся. Отлично. Очень хорошо получается, Михаил. И вернулись в дантянь. И дышим дантянь. Для профилактики, если у вас все хорошо со здоровьем, делаем внутри 10 раз. Если есть проблемы с почками, с мочеполовой системой, есть камни в организме, да, делайте 5 минут. 5 минут или 10 раз. Да, или 10 раз. Упражнение называется «Лучник» для восстановления работы легкого, сердца и толстого кишечника. Шаг с левой ноги в сторону. Поднимаем правую ногу, садимся, делаем глубокий, хороший вдох, наполняя легкое максимально, и выстреливаем. Отлично, и плавно уходим в сторону вправо, подтягивая левую ногу вправо. И то же самое делаем в сторону вправо. Вдох с правой ноги, вдох, да, вдох, баланс держим, смотрим, начинаем готовиться к выстрелу и выстреливаем. Хорошо, отлично. И вернулись на левую ногу, правую подставили. Еще раз. Вдох. Еще раз? Вы что? Последний серьезно? Раз, давайте повторим. Самое главное сделать глубокий вдох. И резко выстрелить. И вернуться. И в другую сторону вдох. И выдох. Да. Отлично. Вы молодец, Михаил. Здорово. И сделаем упражнение статичное, очень сильное, хорошее упражнение. Называется «Золотой петух». Так, восстанавливает работу обожаю. Всех органов, восстанавливает нервную систему, включая два полушария. Омолодите свое тело на 10 лет, как минимум. Это нужно, правую ногу поднимаем вверх, левая держит землю, такая ладошка в пол. Ага. Правая рука перед собой. Ага. И в этом положении успокаиваемся, дышим животом дантянь. И самое главное, закрываем глаза. И ни в коем случае не касаемся правой стопой пола. И ни в коем случае не открываем глаза. Стоим от 5 минут и больше. Самое минимум это 5 минут. Хотя бы до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Здесь отлично. Это не просто. Это такой тест, да? Это вообще тест непросто. Для того, чтобы понять, насколько наш организм молод и соответствует ли он нашему возрасту. Ну, нужно успокоиться еще, конечно. Да, конечно. Просто нужно... мы выбросить мы тут... все мысли. Да, это самое момент. Главное. Тут, конечно, это не так легко. Угу. И сделаем еще одно упражнение. Делать это упражнение с правой, с левой ноги. Каждый день по 5 минут. Так. И еще одно упражнение. Упражнение направлено на восстановление работы печени. Ноги широко раскрыты, комфортное положение. Угу. Руки собираем у мужчин левая ладошка снизу, у женщин правая ладошка снизу. Вдох, поднимаем руки вверх, натягиваем ладони вниз. Выдох, садимся в глубокое приседание. Опять же, насколько кому комфортно. Угу. И уходим плавно в правую сторону, открывая левую ногу. И как будто крылышки раскрыл журавль. И стоим в этом положении, тоже можно постоять 10 циклов дыхания. И мы плавно возвращаемся вниз, опять садимся глубоко, вдох. И то же самое повторяем в левую сторону. Очень хорошо укрепляет желчный пузырь и печень упражнения. И взлетели, летим. Также можно стоять от 10 циклов дыхания и больше. Или просто чередовать, повторяя это упражнение, около 5 минут, если есть проблемы с печенью. И открылись, вдох. И на выдохе попробуем взять ци и наполнить свое тело. Выдох, наполняем все свое тело энергией ци, выталкивая все мутное и пагубное. Поднимемся на полупальцы, вдох. Взяли ци, здоровую светлую энергию, наполнили все свое тело, каждую клеточку. Все каналы, суставы, сосуды. И вытолкнули мутное и пагубное. И где-то 3 цикла дыхания мы исполняем восстанавливающего. Наполняемся энергией ци. И левую ножку подтягиваем к правой,
И такой поклончик. Спасибо вам. Будьте здоровы, живите долго и счастливо. Спасибо вам. Спасибо вам, Михаил, Оксана, за тренировку. Это было интересно, это был новый опыт. Я прежде таким не занимался, но это интересно. Упражнений тысячи, так что приходите, мы узнаем. Сколько? Тысячи. А мы сегодня 4 посмотрели. А мы только 4, да, так что все впереди. Спасибо большое. Цигун, рекомендуем.